Продолжая на нашем канале «Зарплата за удовольствие» тему открытых кабриолетов, нельзя не отметить, как органично вписывается Ford Mustang в окружающую природу. Но в нее еще надо заехать. И да, вот по таким пересеченным грунтовым тяжелым дорогам. Ford Mustang блестяще с этим справляется, наряду, наверное, с такими кроссоверами, как Нива Chevrolet или джипами. И только благодаря его высокой проходимости можно любоваться красотами окружающих видов, например, вокруг поселка Коктебель, где мы сейчас с вами и находимся. Это мы спускаемся к морю в Кострополь, и здесь очень тяжелая дорога с большими ямами. Пейзажи открываются красивые, но дорога крайне тяжелая. И представьте, мы едем на джипе. Тем не менее, мы проехали здесь на Мустанге. Это еще раз говорит о том, что Мустанг очень проходимая машина среди легковых кабриолетов. За это ему большое спасибо и большой зачет. А так, любуемся пока панорамой окружающих гор. Тамариск лезет прямо в окно, но это нам не мешает получать удовольствие любоваться пейзажами. Приезжаем в наш любимый пляж Кострополь через вот огромные ямы и ухабы. Мустангу зачет.